Евгений Суток, Санавирус, Санкт-Петербург. Перед нами главное устройство от Шкода Октавия с китайского рынка. 1.4, 2023 год. Нами была произведена русификация мультимедиа-системы. Можем наблюдать доустановленные приложения. Приложение для работы CarPlay. Также чуть позже установим карты навигации. Переходим в настройки. Тут у нас все на русском языке. Автомобиль. Его настройки, зеркала и дворники. Все настройки на русском. На автомобиле все функции работают корректно. Все системные уведомления переведены. Все функционирует так, как и должно. С вами была компания Xanavi.ru. Спасибо за внимание. Если желаете сделать русификацию на Шкода Октавия с такой же мультимедиа-системой, пожалуйста, обращайтесь. Наши контакты вы можете найти в описании.